Хочу вам показать дом 163 квадратных метра мансардного плана с монолитным перекрытием на участке 5,2. Давайте смотреть. Здесь у нас комплекс из 4 домов, одноэтажный я показывала. Здесь 2 полуторки, к ним заезд идет общий. Вы вообще можете поставить просто шлагбаум в начале. И эта территория будет принадлежать вам, соседам. Ну, то есть машины поставить, может быть, какую-то детскую площадку. Детскую площадку вряд ли, ну, если только перед домом и во двор не загонять машины. Кирпичные колонны, откатные ворота из евроштакета, везде во дворе отмостка и место для стоянки автомобиля выделено брусчаткой. Сам дом построен, ленточный фундамент, монолитное перекрытие, монолитная лестница, облицовочный кирпич, и идет ленточный фундамент, и основной материал это керамзитоблок. Красивые коричневые окна, все в едином цвете. Здесь начинается зеленая зона. Так выглядит парковочное место. Сам дом находится Ростовское шоссе, 21 километр, это СНТ Радужная. Развязка как на восточный обход. И прямо по Ростовскому шоссе выезжаем в город. Школа, садики, все это в поселке Лазурном. Школьный автобус ходит. Магазин продуктовый буквально здесь 200 метров. Смотрите, какой красавец с террасой. Хороший прям просторный участок. Остались кое-какие деревья. Это все можно оставить. Раньше здесь планировался нарезка для военных. Хорошие, просторные, широкие дороги. Вся застройка новая. Это недавно начали застраивать. С этой стороны дом. И здесь тоже небольшой участок земли. Металлопрофиль по всему периметру. Ну, здесь тоже деревья, цветы. Все это можно посадить. Давайте смотреть планировку. Мне очень нравится, что застройка из 4 домов. А если вам нужен побольше дом, пожалуйста, здесь. Нужен поменьше, пожалуйста, там. А любой вид оплаты у застройщика проходит. Также ипотека с господдержкой. Без вопросов. Полностью причистовая отделка, штукатурка, разводка электрики, все выполнено. Здесь осталось только сделать отопление. Отопление делаю для вас, как вы скажете, да, где теплый пол, какой вам нужен котел, газовый или электрический, потому что здесь 15 кВт трифаза напрямую в НЕСК. И вы можете писать сразу заявление, что у вас электрокотел, и скидка будет 30% 3 рубля. Так, все отштукатурен, санузел, москитные сетки есть. Ну, а по остальным это скважина, септик. Можно газовый котел поставить. Газификацию здесь обещают 23-й год, 23-24. Но пока можно на газблендере. Здесь у нас комната одна жилая на первом этаже. Это как зона гостиной. И отдельно у нас такая немножко зонированная кухня. Рабочая зона. Здесь можно поставить большой стол. А здесь уже именно зона отдыха. Диван. Диван и выход на террасу. Поднимаемся на второй этаж. Покажу сверху. Здесь у нас монолитное перекрытие. Вот оно. Монолитная лестница. Начнем отсюда. Здесь у нас санузел большой, прям просторный, тоже отштукатуренный, все. Разводка канализации есть, и вы уже тут раскидываете, как вам надо. Спальня детская номер раз. Боковые стены подняты, здесь все утеплено. Красивые окна. Комната номер два. Тоже не маленькая. И здесь спальня номер 3. Она с балконом. Здесь вот спальня. Как мне нравится, когда необычные окна. Такая изюминка. Кровать поставили. Здесь телевизор. А здесь отдельно можно или гардеробную, или, допустим, кабинет, если вы работаете дома. Хорошее такое помещение. Ну и балкон.